Дорогие друзья, всем добрый вечер. С вами Григорий Мирошниченко, город Челябинск, пока еще город Челябинск. Наверное, вот за полтора года я, наверное, впервые уже практически месяц, даже более, нахожусь в Челябинске, не в Крыму. Вот, и да, ставьте, пожалуйста, по 10-бальной системе, как меня слышно и видно. У нас сегодня прохладненько, вообще обещают, в ближайшие дни, сегодня в Екатеринбурге уже, говорят, снег выпал. Кто с Екатеринбурга, если есть, ребята, напишите, что да, действительно, снег у вас выпал. И пора уже резину менять, как говорится, и все остальное. Итак, дорогие друзья, я вижу, слышно и видно, меня замечательно, чудесно, не хрипит, не скользит там ничего, то есть все хорошо. Благодарю вас. Итак, дорогие друзья, сегодняшний наш пятничный вебинар. Сейчас, поверьте мне, что осень, картошку убрали, да, Родион, картошку убрали, вот, что там, капусту сейчас уже готовят засолки, и наступил такой, знаете, самый период, до Нового года самый период, и во вторник я объявлю такой, знаете, свой личный, наверное, промоушен, личный свой промоушен, он будет очень интересный промоушен, он будет называться типа того, что сегодня с Гузель мы приняли решение, вернее, как я принял решение, Гузель сказала хорошо. Вы знаете о том, что она покорила первую вершину, самую высокую точку в России, в Европе, это наша самая высочайшая вершина в Европе. Кто ее знает, напишите, какая высота этой вершины, напишите. Это Эльбрус. Наш Эльбрус, и вы наверняка видели ролик, где был установлен наш флаг Skyway, и там с фамилиями тех людей, которые участвовали в этом мероприятии. Так вот, сегодня все, мы сегодня окончательно, как говорится, обрезали все концы и решили, второй автообъект будет тот, где был наш первый заместитель генерального директора, генерального конструктора Виктор Игоревич Бабурин. Это Танзания, это вершина Килиманджаро, это вторая вершина. Да, Ангелина, Эльбрус, да, Эльбрус покорили мы, вместе с вами покорили, с вашей помощью. И вторая вершина, это у нас будет, да, да, абсолютно верно, 5642 метра. Следующая вершина, это будет высочайшая точка Африки. Так как у нас очень большие интересы, в хорошем смысле слова, и контракты планируется заключать в Африке, то вот в сентябре, то есть в сентябре, говорю, в феврале месяце будущего года, вот, все уже сегодня взяли, как говорится, отрезали все пути к отступлению, проплатили залоговую сумму для того, чтобы эту вершину покорить и там установить флаг Skyway, там установить дополнительный флаг Skyway. Вот, Алекс засолил 10 литров груздей в Харькове. Все, Алексей, едем в Харьков для того, чтобы покушать грузди. И вот так, к чему это я говорю, дорогие друзья, к тому, что, вы знаете, есть такие отправные точки, которые мы ставим планы, намечаем что-то еще, ставим цели и их достигаем. Эти планы, я думаю, что будут наши совместные. Если вы поддержите все это, в дальнейшем мы с вами об этом поговорим. А сегодня я бы хотел заострить внимание на деньгах, то, о чем мы с вами говорили, на деньгах. Так как хотим мы этого или не хотим мы этого, но... Деньги играют в нашей жизни немаловажную роль, но что бы там ни было, знаете, я посмотрел, вот я к своему сожалению, на Экофесте, который был 1 июля, я не смотрел фильм «В чаду», не смотрел, я его не видел. Если кто-то из вас не видел этот фильм, дорогие друзья, посмотрите, он в кабинете, ну, Capital, в кабинете Capital он есть. Я думаю, что есть и у Андрея Федоровича Ховратова, и в головной компании он то же самое есть. Поэтому посмотрите, пожалуйста, посмотрите этот фильм, посмотрите. И вот эту последнюю фразу, которую я здесь в выборке, знаете, так записал для себя. Мы гораздо ближе к катастрофе, чем мы можем предположить. Помните эту фразу из фильма, да? Мы гораздо ближе к катастрофе, которая, чем можем даже предполагать. И это не какие-то страшилки, не какие-то пугаловки, это реальность. Посмотрите этот фильм, вы поймете, насколько это реально. Сегодня я и общался с очень интересными людьми. Вот знаете, так, как понятие виртуально, они хотят изменить мир, они хотят вот сделать то-то, другое, третье. Это хорошо, это здорово, хотя бы они об этом думают. А мы это как, кто сказал, по-моему, Сибиряков Сергей Анатольевич, мы это капитализируем, а точнее мы это делаем. И мы приглашаем людей присоединиться к нам.
даже с небольшими суммами поддержать финансово. Почему? Потому что без финансовой поддержки, вот чисто говорить, что да, мы за, мы готовы к тому, чтобы поддержать, что экология действительно находится в ужасающем состоянии. В Челябинской области, вот у меня за последние два дня, вот буквально 4 человека приезжали, которые ехали из регионов, вроде с экологически чистых районов, но говорили, какой смог стоит над Челябинском, какой смог стоит, какой дым, невозможно дышать. Все больше и больше людей начинают, вот хотим мы этого или нет, но чувствуют, что стали чаще болеть, кашлять, чихать, задыхаться от смога и так далее, и так далее. Это уже реальность. И это не страшилки, не пугаловки, а либо мы будем просто наблюдать, дорогие друзья, за этим делом, либо же мы можем финансово помогать, вот даже маленькими суммами, для того, чтобы это создать и создать как можно быстрее, переломить эту ситуацию, не просто бла-бла-бла разговоры о том, что мы хотим, чтобы планета стала чище, мы хотим, чтобы там заводы там надели, я не знаю, какие-то специальные колпаки для того, чтобы они не дымили. Мы не хотим, чтобы... Но самый главный вопрос – это транспорт. Хотим мы, вот так есть де-факто. Транспорт – это самая страшная составляющая, которая губит все абсолютно. И находясь в Крыму, уже скоро будет два года, наверное, как я в Крыму нахожусь, и я понимаю, что всесоюзная здравница становится не всесоюзной здравницей, а непонятно чем. По одной простой причине, что там дышать нечем в городах. Да не только в городах. Я не знаю, в Ялте, в Судаке, в Алуште. Это чистейшие места, там пробки. И когда нам предлагали, когда я первое время выбирал там квартиры для того, чтобы пожить некоторое время, мне предлагали такие квартиры, куда я приезжал, смотрел, и я приходил в ужас. То есть там воздух хуже, чем Челябинский. И это так и есть. Это даже в небольших городах. Я не говорю Симферополь, я не говорю Севастополь, я не говорю Ялту, я говорю даже мелкие такие города, там Рыбачи и так далее. Там пробки, уже там пробки. Там дышать нечем. Так вот это к чему все это? А в Пекине что творится, и китайцы не чешутся. Ну, Алекс, не чешутся сегодня, может быть, не чешутся. Китайцы далеко не дураки. И они отлично понимают, что происходит. Вот сейчас съезд Компартии Китая, я думаю, после этого съезда, это мое мнение, я думаю, что... Почему? Потому что они... Вот они такие, начиная с того, что они изобрели порох, и заканчивая тем, что в конечном счете они по уровню развития опережают сейчас всех, по уровню внутреннего валового продукта опережают всех. Ну, сейчас прямо Индия уже второй год опережает, но мы находимся в Индии. Китай на взводе, вот действительно он на взводе. И вот вспомните мои слова ближе к Новому году, хотим мы этого или не хотим, но мне кажется, Китай станет одним из приоритетных направлений в развитии нашего проекта. Почему? Потому что они умеют считать, потому что они стремительно завоевывают мир, они по уровню своего мышления, по работоспособности, их можно ставить в пример. Раз, два, три. Раз, два, три.
Дорогие друзья, партнеры, гости, напишите, слышно меня или нет. Наш, как говорит Сергей Анатольевич Сибиряков, родной брат, бывает подводит. Я не пойму, в чем дело. Почему? Потому что это у меня редко бывает. Интернет у меня вроде хороший. Вот, прорезался звук. Спасибо, Николай, спасибо большое. Итак, так как тема сегодняшнего вебинара все-таки поговорить о деньгах, которые у нас есть сегодня, которые мы можем зарабатывать сегодня, и те, которые мы не то что можем, а те, действительно, не просто деньги, а капитал, который мы создаем сегодня. Не завтра, а создаем сегодня. Вот это очень важное понимание. Я больше пока не буду говорить о технологии, не буду говорить о том, что если не мы, то кто? Если не мы, то кто? Мы все думаем, что кто-то за нас что-то может сделать и спасет нас всех. Спасет от вымирания, проще говоря. И мы занимаемся чем угодно. Но в конечном счете мы говорим, нам нужны деньги сегодня, да, нужны. Я сегодня общался с особенно мне хочется пример привести с одним молодым человеком, его звать Александр. Это как пример, понимаете, это пример того, что он мне рассказывал о том, чем он занимается. Не буду говорить, чем занимается, но и то, что у него заработок сегодня позволяет ему не ходить на его работу, которая ему совершенно не нравилась. Тоже не буду говорить, какая специальность. Любая специальность, она имеет место быть, скажем так, уважение. Имеет уважение. Любая специальность. Но, когда мне человек сказал, что я сейчас зарабатываю в два раза больше, чем я зарабатывал вот там, где я не хотел работать, и мне это не нравилось, но я ходил туда для того, чтобы жить. Проще говоря, жить. И пример того, чем занимаемся мы. Когда я сделал сравнение не для него, а после его разговора с ним, после разговора с ним, я сделал свое сравнение. То есть, что мы здесь можем зарабатывать. Вот скажите, дорогие друзья, скажите, просто напишите, я не знаю, как там обозначить, что сегодня вот вы зарабатываете, именно сегодня вы зарабатываете на партнерской программе, на партнерской программе по многоуровневому краудинвестингу вы зарабатываете, давайте так обозначим, что вы зарабатываете достойные деньги. Достойные, сегодня зарабатываете. Поставьте однерочки, кто зарабатывает сегодня достойные деньги. Не пугайтесь, не бойтесь того, просто пишите так, как есть. Это не для того, чтобы просто количество людей, которые сегодня зарабатывают все-таки здесь достойные деньги. Будем честны перед собой. Просто будем честными. Кому-то еще не хватает. То есть солидно. Есть солидные цифры, да. Если кто-то не зарабатывает, пока просто поставьте нолики. То есть просто вы инвестируете, правильно? И пока однерочки поставьте те, кто зарабатывает. Те, кто зарабатывает, поставьте однерочки. Однерочки. Замечательно, чудесно. Чудесно, чудесные нолики, нолики. Замечательно, здорово. Итак, дорогие друзья, а теперь вопрос второй, нолики рано поставили. А теперь те люди, которые здесь сегодня не зарабатывают, поставьте нолики. Кто сегодня не зарабатывает, поставьте нолики. Кто сегодня не зарабатывает, просто поставьте нолики. То есть реальные деньги сегодня не зарабатываете. Нет, здесь не имеет старания, но у нас у всех разные позиции в том плане, что кто-то создает свои активы на будущее, а кто-то зарабатывает сегодня и параллельно создает активы. То есть это нормально. Благодарю, достаточно. Благодарю, дорогие друзья. Итак, так вот, по поводу активов и, скажем так, не пассивов, а реально зарабатываем денег сегодня. Правильно, тоже, Марьяна, тоже правильно, вкладывайте акции. С одной стороны, правильно, с другой стороны, я бы сказал, неправильно. Почему? Потому что здесь, в нашем Skyway, не имеет значения, где бы вы ни были, хоть у Андрея Федоровича Ховратова, хоть в головной компании, хоть в Capital. Я рекомендую быть в Capital. Почему? Потому что я в Capital сейчас нахожусь в данный момент, поэтому рекомендую Capital. То есть я не буду обсуждать ни головную компанию, форму заработка, хотя в головной компании зарабатывать, по идее, нельзя, и не
фонд Андрея Федоровича Хавратова. Я говорю про Capital. Сегодня больше говорю про Capital. Почему? Потому что я его больше знаю, и там я больше участвую. Ну, собственно говоря, про фонд Хавратова Андрея Федоровича то же самое можно сказать, только там немножко другой маркетинг. Так вот, на сегодняшний день зарабатывать здесь можно, если я вам скажу, ну, скажем, заработок в 30 тысяч рублей. То есть в русском эквиваленте, в российском эквиваленте 30 тысяч рублей в месяц. Это хорошо, в принципе, хороший заработок. Ну, просто напишите, да или нет. Да или нет. Да или нет. 30 тысяч рублей. Это тот заработок, которым вы уже сами распоряжаетесь. Из этого заработка вы можете брать акции, вы можете открывать новые пакеты, и точно так же вы тратите себе еще на жизнь. А может быть, кому-то еще помогаете. Ну, маловато, ну, наверное, маловато, да. Да, абсолютно верно. Это когда нам с Гузель задают вопрос типа того, что сколько вы зарабатываете денег, ну, так знаете, с сарказмом спрашивают, сколько зарабатываете денег, даже не я, а Гузель, у нее такая фраза, она меня этому научила, хотя она мне моложе на 40 лет, да, по-моему, на 40, да? На 40, да, на 40 лет моложе меня, да. Она говорит, Григорий Михайлович, что они спрашивают? Пусть они лучше скажут, сколько они тратят денег в месяц, сколько тратят денег в месяц. Это не значит ханжество какое-то, что-то такое, но это тоже действительно показатели. То есть, создавая активы, вы еще что-то тратите на себя. И вот когда люди говорят, ну сколько трачу, начинают думать, сколько они потратили в месяц. Вот это один из показателей того, насколько человек, скажем так, обеспеченный. Но задавать вопросы типа того, сколько ты зарабатываешь, ну не совсем корректно. Ну, не совсем корректно. Хотя Виктор Тарасов говорит не то, что сколько зарабатываете, а как-то у него по-другому это обыгрывается, эта фраза. Вот, то есть, как говорят, большие деньги любят тишину. Он говорит, почему тишину? Пожалуйста, если это легальные деньги, мы можем все это показать. Но то, что у Андрея Федоровича Хавратова все уже миллиардеры, это тоже хорошо. Хотя бы в уме они миллиардеры, это уже здорово. Это опять же тренинг деньги, который надо провести. Я не знаю, лучше меня тренинг деньги мало кто проводил когда-либо. Кто знает, кто участвовал в проекте Get One, Get Four или в других моих проектах, можете написать действительно, хороший я мотиватор или нет в плане денег. Но это не просто мотивировать людей непонятно на что и в результате непонятно, что получается. Сегодня мне было очень приятно. Сегодня Виталий Теора прислал мне ролик. Это тоже молодой человек, очень успешный молодой человек, который был у меня в команде в двух проектах и проходил тренинги определенные. Сегодня он так легко инвестировал 100 тысяч долларов в один из проектов. 100 тысяч долларов просто инвестировал в один из проектов. Ну, приятно, да, осознавать. Вот не в наш проект это плохо, это моя ошибка, а может быть не ошибка. У каждого человека свой путь, но, дорогие друзья, это осознание того, что я понимаю, что я могу заработать где-то в каких-то, ну, вот я буду говорить так, как есть, в хайпах, ну, нормально смысло, в хайпах, хотя определить, что это хайп или не хайп, не каждый сможет, мы об этом проведем, вот я проведу персонально действительно разбор такой, знаете, мой разбор, и основан он еще и на разборе Виктора Тарасова, и его попрошу еще раз повторить этот вебинар, это ведущий финансист, финансовый консультант крупнейших банков, то есть действительно разбор, что такое, как включить финансовую пирамидку в нехорошем смысле слова, или в хорошем смысле слова, от реально проекта, в котором действительно что создается ценность, полезность для людей. А деньги будут приходить только тогда, огромные деньги, капитал будет создаваться только там, где мы создаем ценность. Вот это важное понимание, какая ценность? Ценность того, чем мы занимаемся, или что, чем вы занимаетесь, какая ценность. И 99% людей, что я слышу только, заработаем деньги, а завтра, извините меня, грубо скажу, мы сдохнем в этой экологии, мы сдохнем на этой планете. Почему? Потому что скрыться будет невозможно. Еще раз напомню, много людей новых присоединилось, посмотрите в кабинете фильм «В чаду». 30-минутный фильм, посмотрите сегодня же и поймите, осознайте, что мы создаем, что мы делаем, почему мы сюда вкладываем деньги постоянно. Но так как я постоянно отвлекаюсь, а сегодня наша цель показать все-таки деньги, и я почему столько времени, как бы сказать, вот общие фразы говорю, потому что людей все добавляется больше и больше, и вот в этот момент я уже, наверное, могу поговорить о деньгах.
Так вот, дорогие друзья, просто вот посмотрите то, чем вы занимаетесь, где бы вы там ни занимались, чем бы ни занимались. Первое, что я хочу вам сказать, что мы основные деньги зарабатываем на рефералке. Вот основные деньги на рефералке, то есть это реферальное вознаграждение за то, что мы, проводя свою работу, мы получаем агентские вознаграждения. Первое, что запомните, просто запомните, я говорю это в общем, это 15%, что-то я поубрасывал маркеры, а взял как раз не пишущий, 15%-18% мы получаем с инвестиций своего первого уровня. Инвестиции своего первого уровня. Ваш партнер инвестировал, и здесь, дорогие друзья, я хочу обратить на это особо внимание. Главное не то, чтобы сейчас человек вложил большие суммы, а главное то, чтобы человек сделал рассрочку, следил за новостями и сознательно инвестировал деньги. Сознательно. Опять же, прошу вас, посмотрите фильм «В чаду». Итак. Можно взять на $1000 разово и получить $150, а можно взять по $100 в месяц и получать по 15, ну, я вам говорю минимально, по $15 получать ежемесячно с каждого лично приглашенного человека, с каждой инвестиции, которую делает человек. Я вот, знаете, так о деньгах говорю, не мотивирую вас на то, что вы можете заработать здесь $10000 в месяц, можете. Можете. $5000, можете. $3000, можете. Сегодня заработать. Но вот все то, что вы можете заработать сегодня, вот из того, вот заработали вы, условно говоря, давайте так небольшие цифры покажу вам даже, $500. Это уже достойный заработок, это приблизительно 30 тысяч рублей. Правильно, да? 30 тысяч рублей, 300 тысяч написал. Ну правильно, значит на 300 тысяч будем ориентироваться. Так вот, 30 тысяч рублей. Из этих 30 тысяч рублей, ну, дорогие друзья, хотите вы или нет, ну хотя бы 6 тысяч рублей, это приблизительно $100 в месяц вы можете инвестировать. А теперь значимость. И опять же я задам вам вопрос, для того, чтобы вы сами ответили на этот вопрос. Скажите, пожалуйста, что главнее, деньги сегодня или тот капитал, который вы создаете вот завтра уже? Он может быть действительно завтра, потому что понимание завтра – это год-полтора, ну максимум 2 года. Это ваши активы, это ваши акции. Это ваши акции, это дивиденды. Правильно Юра пишет, дивиденды. Это стоимость акций, которые будут расти. Я вам сейчас тоже покажу эти цифры. Я сегодня говорю в первую очередь о заработке сегодня. И сейчас я задам не просто провокационный вопрос, а такой, знаете, ну, такой, может быть, обескураживающий вопрос. Кто из вас, вот из всех присутствующих на сегодняшний день имеет ранг, ну, хотя бы мастер? Напишите, мастер, да. Да, да, напишите, да, вы мастер. Это я говорю по Skyway Capital, мастер. Напишите, что вы мастер. Еще пишите, кто у нас мастера. Я хочу это видеть, да. Почему, потом скажу, мастер. Кто мастер, да. Если сегодня я объявлю еще свой личный промоушен, честное слово, личный промоушен будет объявлен. Замечательно, чудесно. А теперь напишите, кто из вас эксперт. Эксперты есть у нас? Эксперты есть? Ну, пока я так понимаю, нет, да? Окей. Окей. Ну, я эксперт, я могу поднять руку, я эксперт. Так, а кто бы хотел стать экспертом? Кто бы хотел стать экспертом? Вот если вы не в Capital, ну, ребята, просто Георгий водитель, да, я понимаю. Георгий, выйди на связь лично. Мне хочется с тобой лично поработать для того, чтобы ты стал, ну, хотя бы мастером. Кто хотел бы стать экспертом? Кто хотел бы стать экспертом? Напишите, да, да, я хочу, я потом специально посмотрю. Окей, окей. Здорово, замечательно. Что такое эксперт?
Я вам как бы могу обозначить, если грамотно все это строить, это примерно минимальный чек в месяц, я обозначаю в месяц, минимальный чек в месяц, минимальный, я подчеркиваю, это $1000. Это эксперт. При этом достичь ранга эксперта можете все. Я сегодня просмотрел свою структуру, вот в Capital у меня 6000 человек, в Capital. А в головной компании 2500, у Андрея Федоровича Ховратова тоже 2500 человек, но... Суть дела в чем? Суть дела в том, что мы выстроили цепочки, такие, знаете, умные цепочки. Я, потом мама, бабушка, там, дядя, сват и так далее, и так далее, и так далее. В результате мы получили цепочку семейную, такую цепочку, которая сейчас обрубается, и если вы еще не получили оповещение, что ваши там аккаунты какие-то будут, надо удалить, вам не будут это насильно делать, вы сами должны их удалить. Да, вот эти цепочки, там я, там папа, мама, сын, а потом основной аккаунт, где что-то, кто-то, что-то там зарабатывает. Так вот, ребята, я вам скажу, ранг эксперта, я вам сейчас, наверное, дам такую суперинсайдерскую информацию. До Нового года ранг эксперта будет дополнительно получать очень хорошие деньги. Ранг эксперта. Кто его сделает? Ранг эксперта. В данный момент это ранг топ-эксперта, топ-эксперт. Для тех, кто захочет, ну, прежде всего, наверное, я обращаюсь к своему, своей структуре, прежде всего, и рекомендую всем вам, ребята, приглашать своих людей. Вот я сейчас говорю про себя, а вы думайте о своей структуре, о своих заработках, о своих вознаграждениях. Я приглашаю на свои вебинары всех тех людей, которые хотят закрыть хотя бы в ближайшие, до конца этого месяца, идеальный вариант, или до конца следующего месяца хотят открыть ранг эксперта. По своей структуре я объявляю премию. Слушайте, я объявляю премию. Для тех, кто выйдет на меня, и вы будете получать ежедневную, круглосуточную поддержку, кто выполнит ранг эксперта, вы получаете $1000 в подарок. $1000 в подарок. Да, я говорю сейчас про свою структуру. Точно так же, как вы, просмотрите, пожалуйста, свои кабинеты, внимательно просмотрите, очень внимательно просмотрите свои кабинеты и просмотрите планы вознаграждений и для себя по своей структуре сделайте свои промоушены. Любые, это может быть 50, $100, сколько угодно, но, знаете, такой материальный еще стимул, он очень важен. Я объявляю $1000 в подарок те, кто с завтрашнего дня буквально начнет доставать меня с утра и до ночи, и с кем мы будем работать так, чтобы этот человек сделал ранг эксперта. $1000 от меня в подарок. $1000 от меня в подарок. Что надо делать? Все покажу, все расскажу, все абсолютно. Я говорю, я готов работать с завтрашнего дня, круглосуточно с теми людьми, которые скажут «да». Мой скап вы знаете, поэтому обращайтесь. Всем остальным, дорогие друзья, всем остальным, то же самое, просмотрите свои кабинеты, просмотрите своих людей, как у них сложены структуры. Это очень важно, вот структурное построение. Что необходимо сделать для того, чтобы... Вот идеальный вариант для тех, кто знаком с сетевым бизнесом, а здесь многоуровневый краудинвестинг, я вам покажу такую простую схему. Она простая, но мы о ней практически не говорим. Вообще не говорим об этой схеме. Так вот, схема, она выглядит так. 5, 25, 125, 625. Все. Вот эта схема идеальная. Активно работать, не просто активно, а выкладываться по полной для более чем 5 человек практически невозможно. Вот невозможно. Так вот, моя задача свою пятерку и вот на общих вебинарах, это для всех, для вас, не в моей структуре, вы где угодно, вы будете, у Андрея Федоровича Ховратова, где угодно. Ребята, 5 человек, отбирайте 5 человек, которые не только будут говорить, но еще и делать. Какие необходимы действия? Они, ребята, они настолько простые, банальные, что вы, ну, многие будут просто шокированы. Что необходимо сделать для того, чтобы это сделать? Точно так же вот эти 5 человек должны вас повторить. Это третье поколение, 25 человек. Хотя у многих я вижу количество зарегистрированных человек 150.
У кого-то есть 70. Я вот просматривал структуры своего первого поколения. У кого-то 125 человек. Но только у них даже ранга лидера нет. Я говорю по Capital. Посмотрите у Андрея Федоровича Ховратова, посмотрите в головной компании. Какие у вас вообще, насколько у вас активные люди, как давно вы с ними связывались, почему они зашли, зарегистрировались, может быть, даже получили подарочные акции, дальше ничего не делают. Почему? Свяжитесь с ними, спросите, почему? Что я сделал не так, что я вам неправильно объяснил, или вы чего-то не поняли, что вы, вот, ну, как бы, вы наблюдатель. Вы находитесь в зале ожидания. Почему? 5, 25, 125, 625. Вот на этом уровне, вот на этом уровне вы топ-эксперт как минимум. И ваш чек примерно 10 тысяч долларов. Я говорю, не так просто вот ничего. Но и это не основное. Самое главное, наверное, то, что количество акций, которые у вас будет в вашем портфеле, будет измеряться суммой примерно в 10 миллионов акций. Если вы начнете считать, я вот как сегодня человеку показывал, он, ой, Григорий Михайлович, ну откуда там 10 миллионов акций? Я реально показываю, откуда это. И почему это? И, дорогие друзья, я сегодня хотел, и я дам слово сегодня Юрию Зуберу. Мы давно что-то как-то, вот, Юр, ты меня прости, подлеца, пожалуйста, вот давно, что-то так все на одном дыхании, быстро закрутились, тут столько всего, и сейчас я хочу представить слово Юрию Зуберу. Юра, буквально только 5 минут времени, вот дай, как говорится, свое видение. Вот я сейчас, дорогие друзья, я сейчас просматриваю список людей, присутствующих здесь, и я вас вижу. Сейчас кто-то, я думаю, скрываться не будет, но даже со своего первого поколения я вижу Рауфа Манбекова. Рауф, огромный привет тебе, выйди, пожалуйста, на связь со мной. Но не сегодня, завтра. Сейчас я уже уеду из офиса. Слава Крикун, Вячеслав Крикун, Слава, вообще умничка. И Раух, и Слава, молодцы, умнички. Но моя задача вас научить, помочь вам сделать так, чтобы в ваших структурах, чтобы вы стали как можно скорее экспертами, и у вас, и у того, и у другого, особенно у Вячеслава, есть реальный шанс стать топ-экспертом и получать дополнительно 1% с товарооборота всей компании. Слышите, да? 1% вознаграждения с товарооборота всей компании. Дальше продолжаю. Дальше. Володя Куракин. Ну, Володя, как бы, я не знаю, мы с тобой давно не общались так вот напрямую, но стоит пообщаться, я думаю, тоже. Я смотрю только свое первое поколение в основном. И вот сейчас я, Игорь Помогалов, привет, дорогой, да, Надежда с Братска. Тоже, Надюш, стоит пообщаться, стоит поговорить. Почему? Потому что в твоем регионе у меня огромное количество людей, которых я... Леша Суходоев правильно говорит, я не работаю вообще с первым поколением, я работаю чисто с глубиной, и тех людей я могу тебе передать для того, чтобы, ну, все, никогда не делайте за человека то, что он может делать сам, и ты это можешь делать сама, и я тебе в этом отношении могу помочь. Вот, точно так же Ангелиночка, привет, да, Ангелина, хоть ты у меня находишься во втором поколении, но ты фактически находишься в первом поколении, и тебе я и так помощь, как говорится, оказываю, но полностью в твоем распоряжении. Далее, ребята, вы не смотрите, что если вы из других структур, что-то еще, точно так же начните связываться со своим спонсором, спонсор — это тот человек, который вас привел сюда, и за это ему благодарность большая, но не сласьте с него, почему? Потому что он получает с вас вознаграждение агентские. Со всех ваших инвестиций, со всей структуры. Ну уж, Виолетта с Пятигорска, Виолетта и Василий, да, вам персональный поклон, как говорится, но этот поклон, это за делом на будущее, поэтому я готов прилететь в ваши регионы и поработать с вами там непосредственно. Ну и сейчас я хочу дать слово все-таки Юрию. Да, Юра, пожалуйста, я тебе слово даю. Плюс к этому, что так как у нас были вопросы по поводу, действительно, у Юры замечательная книга, просто потрясающая книга по деньгам. Вот по деньгам, то, о чем мы сегодня говорим с вами. И вот можно в это верить, можно в это не верить, можно сказать так, я скептически к этому отношусь, но это все работает. Ребята, это все работает.
Точно так же, как взять даже пачку денег и вот так вот их просто пересчитывать, знаете, как говорит, зарядка для пальцев очень полезная, пересчитывать, пересчитывать, и в конечном счете вдруг деньги начинают приходить. Непонятно откуда, но они начинают приходить. Так, Юра, так, секунду, что-то у нас не получается немножко сейчас. Ага, так, вижу, Юра ручку поднял. А, все, Юра вот появился. Юра, все, мы тебя категорически приветствуем, буквально еще пару слов. Да, дорогие друзья, Юра, пожалуйста, скинь свой логин, скайп свой скинь, чтобы люди могли действительно вот эту потрясающую книгу либо получить в печатном виде, либо в электронном виде. Почему? Потому что, ну, это, наверное, очень важно делиться теми знаниями, теми умениями, которые есть у человека. Юра, тебе слово. Игорь Михайлович, добрый вечер всем, пожалуйста, обратную связь. Вечер всем, пожалуйста, обратную связь, как меня слышно, как меня видно. Я скинул сейчас мой логин в Skyway Capital, пожалуйста, и это же моя электронная почта, поэтому если кто-то хочет книжку почитать или кто-то со мной связаться хочет, пожалуйста, пишите письма на мою электронку. Или же в Capital, это если уже кто-то захочет небольшой гонорар выслать. Но это такое дело. Спасибо большое, Григорий Михайлович, за то, что слово даете, за то, что делаете такую рекламу мне и моей книге. К сожалению, вот она в печатном варианте, но в печатном варианте ее осталось буквально пару экземпляров. Это мои личные, весь тираж уже, к сожалению или к счастью, раскуплен. Но есть такое чудо техники, как интернет, и электронную копию я, в принципе, могу выслать каждому желающему. И почему я ее написал, и почему она так называется «Властелин денег», потому что, ну, в принципе, в жизни всего лишь есть два отношения к деньгам. Либо деньги управляют тобой, либо ты учишься и управляешь ими. Вот по-другому почему-то не бывает. И я желаю всем быть властелинами денег, потому что, ну, деньгами это полезное изобретение человечества, и ими надо знать, что это такое, и учиться управлять ими. Но я сейчас хочу поговорить о Skyway, о нашей родной компании, как сейчас зарабатывать деньги, вот прямо сейчас. Потому что я видел, писали Григорию Михайловичу, что-нибудь практическое. Итак, что-нибудь практическое. И если вы знаете, вот можете мне помочь или поправить меня, что по статистике приблизительно 1% денег, людей – это богатые люди. Приблизительно еще 5% это люди состоятельные, ну а все остальные это средний класс, бедные и очень бедные. И я за 3,5 года, а я уже в Skyway с мая 2014 года, проанализировал лично приглашенных людей. За это время я пригласил лично, провел бесед приблизительно 1000, приблизительно. И провел статистику совсем недавно, и она мне сильно помогла в работе, и я думаю, поможет тем людям, которые захотят именно лично приглашать людей. Так вот, из 1000, 1%, это 10 человек приблизительно, они стали сами приглашать, они инвестируют неплохие суммы и пытаются сами приглашать людей. Вот эти 1% 100% будут богатыми. Тролли иногда там шутят над нами и говорят, что все будут богатыми. Нет, не будут богатыми, потому что, к сожалению, только 1, 2 или максимум 3% сразу вам поверят. Остальные будут думать, остальные будут размышлять. 5% вот в моей структуре, 5% из приглашенных – это просто инвесторы на более или менее нормальные суммы. Еще приблизительно, совершенно верно, 1% будут богатыми или очень богатыми. Еще где-то 4-5% они станут состоятельными. Это те люди, которые инвестируют и
они инвестируют постоянно. Вот такое слово ключевое, постоянно. Не одна инвестиция там на 10, 15 или там $30, а постоянно. А еще где-то 5% это люди в моей структуре, которые сделали единичную инвестицию. То есть они купили акции один раз на определенную сумму и чаще всего на маленькую сумму. Поэтому что нужно сделать для того, чтобы повысить вашу, вот конкретно вашу личную эффективность? Потому что, ну вот видите, 1000 человек, 1000 бесед, я потратил море времени, море эмоций для того, чтобы кому-то рассказать, кому-то убедить. Хорошо, что где-то 50% людей сразу сказали нет. Почему говорю хорошо? Потому что они не тянули резину. Они сказали, что ну, либо у нас денег нет, либо мы не верим, либо не нравятся технологии. Это очень хорошо, потому что я потратил на них минимум времени, и они от меня, и я от них отцепились. Но где-то 40% людей, они так долго мне компостировали мозги, вот просто там расскажи то, расскажи это, я подумаю, у меня денег сейчас нет, это будет зарплата, это будет со следующей зарплаты. Одна женщина, вообще 3 года я с ней проводил беседы, она говорила, да, классно, но у меня зарплата маленькая, я госчиновник низкого уровня. Через 3 года я узнал такую вещь, на одном из вебинаров я вам рассказывал, что она купила, я причем на минимальную инвестицию пытался как бы уговорить ее, там $25 или $50 в месяц. Совсем недавно я узнал, что она купила 3 дорогущие сковородки по $300 за штуку. Вот так вот взяла, грубо говоря, я ее еще спрашиваю, говорю, ну если ты, вот ты не могла $25 найти для того, чтобы проинвестировать в Skyway, где же ты нашла по $300 за сковородку? Она говорит, так мне ж сковородки супер-пупер за 400 предлагали, а потом сделали скидку $100. И я нашла, я там где-то заняла, где-то там еще. Говорю, а зачем 3? Она говорит, ну как, одна мне, другая сыну, а третья жене. Я к чему это рассказываю? Что есть люди вот с таким мышлением, вот правильно сказал Алекс, а зачем метать бисер перед свиньями? Ну так в Библии написано. То есть я к чему говорю? Что вы должны, если вы хотите повысить свою личную эффективность и зарабатывать действительно достойные деньги, вот этот, извините, планктон вы должны отсекать очень быстро и элегантно. Вот когда вы научитесь это делать, ваша эффективность просто будет зашкаливать. Потому много книг, много вебинаров есть, как продавать и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, практических советов, как это делать, по-прежнему мало. Потому очень огромное спасибо за те пожелания, которые вы высловили, те, которые читали мою книгу. Но эта книга об отношении к деньгам, эта книга об инвестициях. А есть еще и у меня лично, и у Григория Михайловича, и у многих людей, есть еще многолетний опыт продаж. Потому я сейчас вдохновен, так сказать, вашими словами, вашими эмоциями и пожеланиями в мой адрес. Пишу еще 2 книги. Первая будет называться «Тайна золотого ключика» по сказке «Приключения Буратино», она будет такая. А вторая будет именно «Искусство продавать». Даже не искусство убеждать, а искусство продавать. Потому что убедить в том, что, допустим, технология Skyway классная, мы можем. Но продать инвестицию, грубо говоря, вот это действительно искусство. Ему надо обязательно обучаться, потому что можно по большому счету делать 1000 приглашений, как у меня, а эффективность будет только 1 к 10. А можно просто-напросто отсечь вот этот балласт, а со всеми остальными работать. То есть работать именно с теми людьми, которые действительно хотят инвестировать в Skyway.
Поэтому совершенно верно, Наталья, у нас элитный бизнес, да не все догоняют. Совершенно верно. Потому, кстати, Роберт Киясаки и написал во многих своих книгах, что 10% людей владеют 90% денег на планете. То есть наша с вами задача очень быстро, красиво и элегантно найти вот эти 10%, 10-11% людей, которым нужна наша технология, которым нужна наша услуга, которым нужны лично мы. Поэтому я очень постараюсь до Нового года написать еще, дописать, вернее, вот еще две книжки, которые я вам озвучил. И так же, как эта книжка, потому что эта книжка мне очень помогает как инструмент в отсекании лишних людей. Я просто высылаю ее всем желающим, вот совершенно не требуя денег наперед, высылаю, а потом просто-напросто говорю: ребята, у кого денег нет, можете вообще ничего не платить, никак не благодарить. Если вы считаете себя бедным человеком, если вы считаете себя человеком среднего достатка, пожалуйста, если не жалко, $3. Если вы считаете себя богатым человеком, пожалуйста, $5, можете больше. Причем одна женщина, вот из нашей структуры, если она согласится, то я озвучу ее фамилию, она заплатила за мою книгу $50. Так вот, считайте, это бедный человек или богатый человек? Конечно, это богатый человек, который за книгу я просил у нее 5, она мне перечислила 50. Вот с такими людьми работайте. Потому что если они не дадут вам даже $3 в Skyway, они инвестировать точно не будут. Потому я называю свою книжку «Это тест на богатство и бедность». Вот я желаю вам, чтобы у вас было несколько таких инструментов. Это может быть книга, это может быть что-то еще. Вот такой тест очень поможет вам отсекать халявщиков, людей с бедным мышлением, людей без денег и так далее, и так далее. А тех, которые нужны, вот с ними будем с удовольствием работать, потому что с ними работать приятно и выгодно. Поэтому спасибо большое, Григорий Михайлович, за слово. И я думаю, что мы в ближайшее время повысим эффективность еще, ну, дай бог, на 20, может быть, даже на 30, а может даже на 50%. Мы это можем. И у нас для этого есть все абсолютно условия. Поэтому спасибо большое. Рад был очень видеть и слышать и чувствовать. Всех благ. Мне звонит клиент, хочет как раз купить очередную инвестицию, поэтому я отключаю. Я думаю, что все меня поддержат. Поставьте, пожалуйста, восклицательные значки или как-то однерочки, что действительно вот стоит, вот. А мне, знаете, мне. Так, секунду. А мне, знаете, вот так хочется, чтобы Юра был бы в моей структуре. Он не в моей структуре, но мы вместе работаем, мы вместе делаем одно дело. И это вот здорово, что мы с разных структур и ведем совместно вебинары, проводим не так часто, но ну, вот это супер, это здорово. Юра, тебе огромная благодарность, просто огромная благодарность за поддержку, за твое видение и так далее, и так далее. И помните, да, вот те тренинги, которые я давно уже не провожу по разным причинам, и то, что я вам обещал дать фишки, они будут фишки, но они будут эти фишки. Мы сегодня еще с Алексеем Суходоевым общались, практически час, целый час общались. Эти фишки, я думаю, что не то, что думаю, а все уже запланировал. И Алексею сказал, что как бы у него не было там времени совсем, но мы завтра с ним встречаемся. Проговорим опять же часа два, и я определюсь со вторника, чтобы все, ребята, уже все стартовать, начинать действовать. Не просто действовать, а супер действовать, супер. За державу обидно. Юр, не в обиду Украине будет чему-то еще. Поднимайте Украину, поднимайте что-то еще, но мне хочется, чтобы Россия давала самые большие инвестиции по одной простой причине, дорогие друзья. Сегодня мы можем зарабатывать очень хорошие деньги на агентских вознаграждениях по многоуровневому краудинвестингу, но то количество акций, которое у вас будет на момент выход на IPO, а там, по-моему, Георгий писал, что ну когда мы будем получать дивиденды?
Ой, ребята, я боюсь, что очень-очень быстро вот настанет момент такой, на момент, когда очень многие люди, сумасшедшее количество людей скажут: ой, 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 я не знаю, где еще не будут чесать, что почему я что-то не сделал. Лучше сожалеть о том, что сделал, нежели сожалеть о том, чего ты не сделал. Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Цифинсон, Форд и Боинг. Помните, да, обращение Анатолия Ивановича Яницкого. И мы не говорим, что 100% рынка транспортных и пассажироперевозок будут наши. Но как минимум 30, 40, 50%, даже, знаете, вот даже, а даже, я не знаю, ну 10% этого рынка, как Виктор Игоревич Бабурин говорит мне, в свое время сказал, что: Григорий Михайлович, ну что вы там со своим, ну там хорошо, там Крым, там Челябинск, там Екатеринбург, хорошо, здорово. Но вы хоть понимаете, что одна Индия — это гигантский адресный проект. Это невероятный адресный проект, который будет, ну, может быть, так немножко грубо будет сказано, будет кормить нас всех в ближайшие десятилетия. И вы знаете, у меня будет сегодня пожелание, только одно. Помните, с чего я начинал? Начинал с денег. Так вот, те, кто хочет, действительно хочет, не просто хочет, а будет действовать, условия будут выставлены, условия будут жесткие. И как Виктор Тарасов, кто знает Виктора Тарасова, кто с ним на авторском у него находится, знаете, да? Один, два раза по разным, не имеет значения, какие причины, что-то не сделал, он говорит: спасибо, до свидания. У нас будет то же самое. Один, два, спасибо, до свидания. Не от того, что вас никто не уберет, вы будете в Skyway, можете делать инвестиции, но если вы хотите здесь и сегодня иметь еще потрясающие результаты и иметь потрясающие пакеты акций и иметь премию в $1000, я вам объявил промоушен. Он начинает работать со вторника. Я всех благодарю. В воскресенье авторский вебинар Виктора Тарасова, Магасума и Гузель. И до встречи. Ну, в основном во вторник, но вообще-то возможно, что в воскресенье я тоже выйду, тоже буду присутствовать в интернет на общем вебинаре финансовой грамотности, не только финансовой грамотности, тоже кое-что мы там объявим, возможно, объявим, надо согласовать с Виктором Тарасовым. Всех благодарю, с вами был Григорий Мирошниченко, город Челябинск, группа компании Skyway. И, дорогие друзья, хороших выходных. У нас на Урале ожидаются снегопады. Это как прогноз погоды параллельно. Резину, пожалуйста, меняйте заранее, так, чтобы вы себя чувствовали хорошо на дорогах и так далее, и так далее.